К другим темам. Житель поселка Эгвикинот обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни двух мужчин. Двойное убийство произошло на почве пьяной ссоры в один из августовских дней. Подробности происшествия у Анны Мартяшкиной. В августе этого года криминальная статистика Чукотки пополнилась новым случаем. В Эгвикиноте молодой человек насмерть забил двух мужчин. Ему 20 лет, а потерпевшим 48 и 70. На совершение особо тяжкого преступления против жизни убийцу сподвигла ссора, возникшая в ходе распития спиртного. Иультинским межрайонно-следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя поселка Эгвикинот, обвиняя в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших. Проведенным расследованием было установлено, что 9 августа текущего года в одной из квартир по улице Гагарина, поселок Эгвикинот, во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомыми произошла ссора, в ходе которой молодой человек умышленно нанес потерпевшим множественные удары кулаками и ногами по голове и телу, в результате чего от полученных травм они скончались на месте происшествия. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Еще в ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся. И тем не менее, согласно закону, санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Анна Мартяшкина, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.